На третьем татами победу одержал Тимур Нижаев. Москва. На третий татами приглашается юноша весовая категория 60 кг Максим Князев, Дальневосточный федеральный округ, Тимур Котовский, Приволжский федеральный округ. Готовится на третьем татами девушка 48 кг Полина Пичкалева, Приволжский федеральный округ, Александра Акулина, Южный федеральный округ. Айна Моисеева, Дальневосточный федеральный округ. На втором татами приглашаются юноши, весовая категория 55 кг. Нарт Миремов, Южный федеральный округ. Владислав Томаков, Приволжский федеральный округ. Готовится Андрей Онищенко, Сибирский федеральный округ. Николай Лукничук, Уральский федеральный округ.